Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня покажу, как на устройстве Nokia X20 сделать сброс всех настроек телефона до заводских, то есть произвести операцию фактори reset. Для начала открываем настройки, затем переходим в раздел «Система», «Сброс настроек», «Удалить все данные». Затем нажимаем «Удалить» и еще раз «Удалить». И после этого телефон будет перезапущен в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.